Привет, меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых писем из Яндекс.Почта в Google таблицу. Это нужно, чтобы передавать новые письма из Яндекс.Почта в другие системы. Например, вы сможете добавлять новую строку в Google таблице при каждом новом письме. Удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Яндекс.Почта. На этом этапе вам необходимо указать действие «Получить письма новые». Теперь вам необходимо подключить ваш аккаунт Яндекс.Почта к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать ваш email. Далее необходимо указать пароль. Для этого перейдем в личный кабинет Яндекс.Почта в раздел «Настройки». Переходим в раздел «Почтовые программы». В этом разделе должны стоять галочки сервера и пароли приложений. Для того, чтобы добавить новый пароль приложения, чтобы не использовать текущий пароль от вашей почты, необходимо перейти в раздел «Управление аккаунтом». В разделе «Пароли и авторизация» кликаем «Включить пароли приложений». В поле названия вы можете прописать название системы, в которую планируете передавать данные. Копируем созданный пароль и вставляем его в соответствующее поле в сервисе Apex Drive. После того, как необходимые поля заполнены, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его. На этом этапе вам необходимо указать, из какой папки будут выгружаться новые письма. В данном случае указываем папку «Inbox». Теперь вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных по одному из ваших писем. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Google Sheets. Далее необходимо указать действие «Добавить строку». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Google Таблиц к сервису Apex Drive. В этом окне вам необходимо указать логин и пароль личного кабинета Google. Далее необходимо предоставить разрешение Apex Drive на работу с вашим аккаунтом Google. Когда подключенный логин отобразился в списке, выбираем его. На этом этапе вам необходимо указать файл и лист, на который будут выгружаться новые письма из Яндекс.Почта. Далее вы видите колонки Google таблицы. В эти колонки вы можете назначить переменные из Яндекс.Почта. Для того, чтобы добавить переменную в колонку, необходимо кликнуть в нее и выбрать переменную из выпадающего списка. Когда необходимые переменные назначены, опускаемся вниз страницы и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в вашу Google таблицу при каждом новом письме из Яндекс.Почта. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Google Sheets». После успешной отправки переходим в Google таблицу и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. На этом этапе вы можете изменить название связи, если в этом есть необходимость, а также установить интервал обновления. Для этого переходим к настройкам.
Интервал обновления – это периодичность времени, с которой наша система будет проверять наличие новых писем и сразу же их передавать в вашу Google таблицу. Для примера установим интервал обновления один раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!